В 2019 году Ульяновская область вошла в число субъектов Российской Федерации, внедряющих новую модель дополнительного образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Как было сказано на совещании с участием губернатора Сергея Морозова, на сегодня в регионе разработана стратегия развития дополнительного образования детей на 2019-2023 годы. Также создан региональный модельный центр дополнительного образования и 24 муниципальных опорных центра. Кроме того, внедрена общедоступная информационная система «Навигатор дополнительного образования детей Ульяновской области». Она позволяет семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей. Мы рассчитываем, что система доп. Образования позволит каждому ребенку сделать свой профессиональный выбор, определиться с профессиональной точки зрения и развиваться уже со школьной скамьи. Так, чтобы в будущем это были высококвалифицированные кадры, которые будут работать на благо и процветание нашей Ульяновской области. Изменения коснутся и спортивной сферы. Из 50 школ в системе детско-юношеских спортивных школ, в системе именно спорта их 30. И они все должны перейти на стандарты спортивной подготовки. Таким образом, все эти дети должны получать и амуницию бесплатно, и на сборы официальные ездить бесплатно. И вот наша задача, чтобы это обеспечить финансово. Это сложный вопрос, но в принципе он решаем. К слову сказать, вопрос доступности дополнительного образования сегодня на особом контроле губернатора. Людей волнует, и министрою, и меня в том числе, о том, что мы постепенно, волей-неволей, выдавливаем, наверное, такое слово можем применить, бесплатность дополнительного образования. У нас что не доп. Образование, в большинстве своем платное. Как подчеркнул Сергей Морозов, в регионе будет проведена огромная работа по сокращению платных образовательных услуг. В течение 3 лет появится новый детский технопарк «Кванториум» в Димитровграде. Мобильный технопарк, который обеспечит детей новым инновационным дополнительным образованием. Ключевой центр дополнительного образования детей – дом научной коллаборации на базе опорного университета. Кроме того, будет создано более 2000 мест, которые позволят детям вступить в совершенно другую инфраструктуру дополнительного образования и заниматься приоритетными направлениями. Ирина Антонова, Юрий Конихин, Новости Ул. Правда ТВ.